Всем привет, с вами Дизи. Хочу с вами начать небольшую серию видео. Там, наверное, я даже не знаю, наверное, видео 10, а может 15. По поводу игры Спор. Я видел очень много прохождений на YouTube. Причем я посмотрел в русском YouTube не такие веселые, на самом деле, прохождения. Потому что проходили какие-то люди, которые еще не закончили, не получили среднего образования, скажем так. Вот, ну, там они что-то показывали, но я на самом деле в этой игре почти ничего не понимаю. Ну как почти ничего. Когда-то в нее пытался играть, но как-то не сильно. Я хочу начать новую игрушку, там создать суперцивилизацию, победить Америку, там заставить американцев покупать гамбургеры за рубли и всякое такое. В общем, давайте попробуем эту штуку сделать. Правда, я ничего не понимаю. Там, я рассчитываю на ваши комментарии внизу. Так, это что такое? Этап космос? Нет, думаю, этап клетка будет самое то. Конечно же, травоядность или плотоядность. Что же мы выберем? Конечно же, мясо, ребят. Мясо, так, без темы, что бы это значило. А почему без темы? Наверное, какое-то дополнение. Ладно, так, уровень сложности. Давай стандарт минимум. Я же не такой слабенький. Так, название планеты Джула, конечно. Джандурьев. Валана. Да блин, ладно, все. Вы меня спровоцировали на это, серьезно. Я не хотел, но. Я не знаю, почему у меня такая ассоциация с тем предыдущим именем Джигурда. Почему бы сразу планету Джигурдо не назвать? По-моему, тоже неплохо будет. О, шикарно, Солнечная система, что-то тут. Похоже чем-то на большую яйцеклетку. Как это видел в учебниках по биологии. Черт возьми. Так, хорошо, большой взрыв сейчас. О, какая экосистема прикольная. Прям нравится. Вообще очень похоже на планету Земля, поэтому, наверное, я и выбрал эту планету. В общем, будем создавать это суперцивилизацию. Так, это как-то можно скипнуть или нет? Нельзя, можно скипнуть или нельзя? Я боюсь нажимать на Escape в играх в последнее время, потому что после этого они почему-то вылетают многие. Потому что слишком много Real Windy игрушки, наверное. Ну ладно. Так, хотя с какой-то стороны это тоже инди-игрушка. Как я помню, Спор, по-моему, кто-то перекупил и все. Тап-клетка. Так, хорошо, насколько я помню, я играл в эту штуку. Можно просто нужно есть. Так, давай. Ешь. Утю-тю-тю-тю. Какая приятная штучка. Ну, а что, я тебя не могу еще съесть, да? Ну ладно, она нас боится, но я ее съесть еще не могу. Так, хорошо. По всей видимости, это какая-то снежная планета. Значит, в идеальное место просто мы попали. То есть я попал. Это, по всей видимости, какая-то Россия, мне кажется. Потому что, ну, лед. Давайте такая ассоциация. Россия или Канада. Ну, хотя, в принципе, мне кажется, американцы тоже не очень-то любят канадцев. Да еще и... Во, шикарно. Ну так, иди сюда. Давай. Я хочу тебя съесть. Ам. Так, еще. И как вкусно-то. Вкусно. Иди сюда. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Многоглазенький такой. Такой прям. Давай, иди сюда уже. Чего ж тебя догнать я не могу? Почему ты такой маленький, а так... Такой, как-то может тут ускоряться можно, как на консолях на джойстике. Так, это не ешь мою еду, товарищ. Ладно, тут, конечно, понимаю то, что мы тут с тобой... Братья... Ах ты еще меня хочешь съесть, а? Не, ребят, знаете что? Это мир просто очень кровожадный. Мне кажется, вот мне кажется, вот это настоящее зло. Это настоящее зло. Так, какой-то... Мне кажется, эту штуку мне нужно подобрать. Будет очень неплохо, если я подберу эту штуку. А, нормально я подобрал. А как тут эволюционировать? Кажется, это тут так, параметры, коллекции, что-то не то, я тыркаю. А вот редактор. О, так, это уже спарринг. Так, иди сюда. Ам. Так, ладно, все хорошо. Так, самку своего вида я нашел, так хорошо. Вот какая-то она стрёмная. Так, это я самка, ты? Это что такое? Что за дискриминация? Я же даже пол не выбирал. Ну, вот тут какая-то раскраска, может быть, такая желтенькая. Не, нужно самое крутое, это белое. Белый цвет, ребят, самое хорошее, потому что белый. Так, ты не будешь похож на негров, фу, какая. Мне почему-то не вызывает позитива эта текстура. Фу, какая, даже трогать не хочется. Как-то не очень-то хорошо. А вот это, по-моему, что-то интересное. Ну, это такое себе, как это, какие-то прозрачные слишком, похожи мы на... О, боже мой, это... Вот назвать бы тебе еще и Бола, боже мой, было просто идеально все. Ладно. Так, давайте, молоточек, так, это что у нас такое? Так, атака разрушения. О, на дельфинчика похож.
Так, ладно, давай сюда, чтобы, если что, могли бодаться. Так, зрение. Зрение, хорошо, что это такое? Это какие-то... А почему усики? Это непонятно немного. Ладно, так, название вида. Название вида, описание. Так, как это... да, давайте рандомный рандом, что мы... Ветринс, Халиси, Липодонарена, боже мой. Мадиниса. Филека, нет. Филешка. Филешка, может быть, нет. Давай, рандом, помоги мне, рандом. Джиана, Вали, кстати, хорошая идея, но ты не робот. Харрис, Рольд, Путин, ребят. Это же гениально и просто. Все намного проще, чем мы думаем. Бактерия Путин размножается, бактерия Путин поглощает всех. О, боже мой. Еще немного и буду как Левитан вещать это на всю планету. Так, ну давай. А, кстати, сколько надо... А, вон там внизу шкала точно. Слушай, я тебя съем? Ах ты ж... Ах ты, какая бяка. Ну давай, я тебя съем же. Ты же понимаешь это, да? Ну, тю-тю-тю-тю. Ну, не, пожалуйста, не бойся меня. Это будет не больно. Хотя, кого я обманываю? По всей видимости, это было больно очень. И убивающе твоего вида. Так, ну замечательно, мы стали побольше, так, теперь можем кого-то есть. Так, ой, мне кажется, вот это будет больно. Это будет очень больно. Ой-ой-ой. Хотя не, иди сюда! Ты на меня ты что, на Путина, наверное, ты решил? Чувак, да ты попутал что-то. Ну иди сюда, я же тебя помню. Так, ах ты, давай, так, сейчас уколю так сейчас. Сейчас главное как-то уколоть. Ой, шикарно, как уколол тебя. Так, я вижу, как это уже какие-то бактерии, которые явно будут мне противостоять. Ой, иди сюда. Ах ты ж. Так, нет, это я его колю. Я все время так... Я боюсь все время почему-то, когда я такой звук слышу. Не очень приятный звук. Так, замечательно. Пожирающие бактерии. Что может быть круче? Это просто замечательно. А у этих-то даже защиты никакой нет. Да? Просто будущий паучок. Похож на паучка почему-то. Не знаю, почему мне паучка напоминает. Так, давай еще. Ой, мы еще больше стали. Ой, как хорошо. Так, лягушатки. Привет, ребята. Так, мне кажется, ты не очень-то хорошая штука. Ты какая-то... На попе какая-то штука. Боже мой, это что такое? Какой позитив. Вот, ребят, мне кажется, вот... Какие вообще преимущества у плотоядных? Вернее, у... Боже мой. Как же вы назывались-то, боже мой? В общем-то, у тех самых плотоядных, те, которые едят мясо, а как же назывались те, которые едят травоядные, боже мой, почему я перепутал, почему я сразу не вспомнил? Интересно, какие у них преимущества? Такс, замечательно, такс. Нет, чувак, это мое. Ты, конечно, убил это, но это мое, понимаешь? Мне очень нужно. Мне очень нужно, там нужно партию уже создавать, там баллотироваться куда-то. Так, вот эти штуки, мне кажется, не очень-то позитивные. Так, ну я попробую тебя съесть. Ах ты ж, нет, это было больно, очень больно, очень больно, но ему тоже больно было. Ладно, так, самочка, иди сюда, ми-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 ми. Так, ты пытаешься съесть мою самку? Хотя, блин, походу я самка же точно. Я же еще и меньше, как можно было вообще пол выбрать? Что это такое? Как это, блин, оскорбительно что ли? Так, скорость. Кстати, это неплохая штука, но... Так, у него всего 18 есть. Ладно, краска ничего менять не будем. Давайте еще просто шипов тут понафигачим, чтобы было больно. Так, как-то... Так, продать за 10. Нет. Так, у меня теперь 28, что-то я не то сделал. Попробуем сделать так. Мне кажется, так должно быть эффективнее немного. Вот, пожалуй, неплохо все. Вообще, я создал какую-нибудь такую, знаете, супер-расу человека сначала. Но это на человека мало похоже, на самом деле. Так, какая-то бяка. Бяка, иди сюда. Ой, привет. Привет, бяка. А эту штуку можно есть? Нет, эту штуку нельзя есть. Почему, блин, мне все-таки нужно? Давайте тут я кого-нибудь съем, попробую все-таки надыбать себе еще усики, чтобы быстрее как-то передвигаться, а то вообще не то. Ой, как шикарно, какие-то лапки. Лапки, юху. Реснички, высота. О, теперь скорость, да, это даже круче будет. Тут у них есть... Ой, боже мой. Фу, навоняли тут.
У них есть эти усики, а у меня будут какие-то лапки прикольные. Реснички. Ты меня съешь? Ты меня не съешь. Ой, привет. Так, не-не-не, в твоих этих жижах я больше плавать не буду. Так, ой, привет, ой, травоядненький. Утю-тю-тю-тю-тю-тю, иди сюда. Иди сюда. Тю-тю-тю. Ну, иди сюда, тю-тю-путю. Ну, тю-тю, иди сюда. Давай, ну давай. Ой, ну не бойся меня. Ну так на попугайчика похож. Прям хочется такого же завести себе. Боже мой. Какой позитив, ребята. Это просто... Чё вы делаете? Вы что, жрёте друг друга, что ли? Чё это такое? Ладно, тут нужно как-то искать это мясо, кого-то убивать, что-то тут делать, эволюционировать. А то стоять на месте это нехорошо, ребят. Стоять на месте... Ой, привет. Попутал, чувак. Да ты попутал. В кого ты врезался? Сейчас вот Ашота вызову. Ну, иди сюда. Иди сюда. Ой. Ой, как дурашка. Врезался в меня. Вот знаете, вот если на машинах... Вот я помню точно. Где-то я читал про то, что... Ой, вот это нехорошо, вот это нехорошо. Так, кажись, я кого-то съел. Так, я кого-то съел. Так, хорошо. А вот это вот нехорошо. Вот это вот нехорошо очень. Вот это было очень нехорошо. Так, давай как-то... Ой, вот ему больно, ребят, ему больно. Но меня почему-то убили. Но все хорошо, надеюсь, я не откачусь куда-нибудь назад. Нет, не откачусь. Так, ладно, давайте кого-нибудь позовем. Я помню то, что на машинах что-то такое устанавливали. Там спец... Ах, вы что за вид такой-то? Жрете, по всей видимости, моего самца. Почему это женский пол? Почему это женский пол? Что за дискриминация мужского пола? Что это такое? Так, 25 стоит. 25, так ладно, реснички можно будет поставить сейчас. Высокая скорость разворота. Давайте попробуем. О, как страшно. Знаете, я бы просто... Я бы жутко испугался. Тут какие-то можно красть? О-о-о. Да тут все можно делать, походу. Давайте как-то это поуже сделаем, так. О. Знаете, похоже на Роджера из американского папы. Это просто... Кто смотрел, тот поймет. Давайте попробуем. Вообще похоже только на паучка такого прикольного, усатенького. Так, ну что, ребятки. Че, кто тут на меня? Кто на меня? Ну кто на меня? Ты на меня? Ну давай на меня. Давай. Оп, молодец. Ам. Какие преимущества у этих травоядных? Я просто вот не понимаю. Вот я, например, ем этих травоядных. Они меня съесть не могут. Они меня боятся. Боже, хотя я бы тоже боялся эту штуку. Хотя я... человек это такое, что-то среднее. Так, давай так. Давай еще вкусняшку. Бактерии прям. Кушаем бактерии прям. Все хорошо. Ой, вот эта вот штука вот нехорошо. Нехорошо, мне кажется. Мне кажется, это явно нехорошо. Так, ой, шикарно. Ой, шикарно еще. Так, нет, это желчь какой-то, я не хочу его изучать. Так, этому больно там. Так, ну иди сюда уже, все, прекрати сопротивляться. Ну прекрати, прекращай, все, не убегай. Еще смотри так на меня, будто я им что-то... Так, не-не-не-не, это мое, пошел отсюда. Я более эволюционно прогрессирующий вид, нежели ты. Это желчь, по-моему, все-таки прикольная такая штука, которая, по-моему, на попу насаживается и бьет током. Это прикольно. Смотрите, как прикольно. Они даже помогают мне. Правда, они травоядные, да. Мне кажется, у травоядных должна быть большая степень защиты, что ли, что-то типа такого. Ну давай уже, иди сюда. Ну все, вот и хорошо. Зачем они убегают от меня? Я просто не понимаю. Вы же можете дать мне честный бой и всякое такое. Так. Еще вкусняшки, прям вкусняшки. А я вас тупо жру, ребят. Вы же должны бояться меня, что ли, или что-то типа такого. Вот мне, наверное, не нравится в спорах то, что я не вижу более маленьких существ. То есть они как бы начали исчезать. Это немного странно. Ой, как интересно. Ой, ты что, нашего бьешь? Ты что, офигел? Ай-яй-яй, по-моему, я своего уколол. Так, ладно. А теперь я могу сесть нормально все. О, позитивка, ребят, началась. Позитивка. Так, вот это, правда, они там уже такие три попы отрастили себе такие. У этого такая попа прикольная. Так, ну это просто опасно, ребят. Это опасно. Слушай, о боже, протаранит еще в одно место. Это будет вообще не позитивно.
Так, ладно, тебе я могу сесть, так, я могу сесть, так. Ой-ой-ой, что-то он тут синтезирует какую-то штуку, непонятно. А чё, давай драться, а? А давай драться. А давай драться, попробуй съесть меня, давай. Давай, попробуй меня съесть. По-моему, что-то не так. По-моему, что-то он... Мне кажется, лучше отплыть от этой штуки подальше, пока она еще спит. О, ладно. Так, вот это моё, пожалуйста. Нет, 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 ну ты что сделал? Ты что делаешь, тварь такая, а? Желдожоп какой-то. Желдежоп. Желдожоп. Желудиный. Желудиная попа, в общем, у него. Ладно, замечательно, у нас есть что-то тут. Интересно, я смогу тебя прямо съесть так? Смогу. Да подумал, что не смогу. Так, спасибо, конечно, что ты добиваешь моих, но... Это не лучшее, на самом деле, то, что ты можешь для меня сделать. А вот теперь я тебя съем. Поздравляю тебя. А что это такое? Что-то какое-то коричневое что-то плавает. Коричневое лучше не подплывать, ребят. Это никогда хорошее не заканчивалось. Не в жизни, мне кажется, и не тут. Какая штука, давай я тебя съем. Съем. Давай. Давай, догоняй ее. Догоняй. Ам! Ой, вот это вот непозитивно. Непозитивно вообще ни разу. Используйте так, редактор, радар. Так, ребят, это все мое. Пошли отсюда. Ой, какая прелесть. Сородич, привет. Вот в этом шипов. Так, жрите его. А, это он ее... Все, ладно. Маленький Роджер просто существует. Ну, пора переименовывать ее. Какой к черту Путин? Роджер, ребят, Роджер. Самое позитивное. Роджер Смит. Пришелец. Ой, как мило. Не верьте этой игре. Люди не появляются просто от целования. Так, это что, зрение? Это простое зрение, что ли? Глаз, пуговка на попу можно поставить? О, как прикольно. Так. Так, чтобы тебе еще такое добавить. Знаете, что, наверное, вот глаза у тебя, вот где у тебя руки? Догадайтесь, ребят. Просто догадайтесь, я не буду вам подсказывать. Ну, такой небольшой ответ на типичный опрос для людей друг к другу. Где у тебя руки находятся? Да, ну, сам посмотри, да, что там. Где у тебя глаза? Посмотри просто. И не задавай больше таких странных вопросов. О, по-моему, замечательный получается персонаж. Как у него глаза трясутся прям. Ну, какая грациозность какая. Ну, какой красивый прям. Привет. Привет, Елена. Так, мы с тобой не должны враждовать. Так, а вот этого вонючку можно, в принципе, убить, мне кажется. Ой, какая... Привет! Привет, какашка! Привет! Ты что, на меня полез, да? Вот, что такое коричненькое? На орешки не похоже. Возможно, на улиток похоже. Но я склоняюсь больше к другому все-таки. Так, это ракушки, точно, ракушки. Ой, привет! Привет, малыш! Привет! У меня глаза на заднице, поэтому я плыву быстрее, чем ты. Ах ты! Да вы какие-то, вот у вас какая-то... Ой. Он-то сам на меня нарвался. Так, вот это вот, мне кажется, не очень хорошо. Он когда пытается нас сесть, лучше к нему так вот. А, ну все, ну ты сейчас сдохнешь, чувак. Ну это я не про тебя говорил, конечно, но что-то тут не так. Как-то он прокусился этими клешнями или чем еще. Так, ты мразька, прекрати. Так, опять вонючки, боже мой, вонючки! Как я вас ненавижу, что-то мне надо все-таки желудок тут поднять, блин. Оно самое эффективное, похоже, что тут есть. Просто навонял и все, и убиваешь всех. Привет, пока. Ой, шикарно. А давай еще, ой, шикарно. Все, теперь это мое. Так, вам запрещается жрать, между прочим, мои. Вот и все. Поплатился за это, засранец. Так, что у нас тут есть, так. Ой, шикарно, давай еще. В попу меня вырезайся, давай. Мне же так приятно. Ой, вот это вот какой-то прям страшненько немного. Так, ладно, тебя я съем тоже. Привет. Привет и пока. Похож на мышку. Тю-тю. Вот, блин, жалко, что ты, конечно, тут три кусочка сразу, а не одним целым. Больше времени занимает. Так, привет, товарищ, давай есть этого. Ой, он какие-то какашки. По-моему, он испугался меня. Я, конечно, не эксперт, но это либо его дети, либо он испугался. Так, это что такое? Мозг появился. Замечательно, мозг вырос. Мозг вырос, это хорошо. Вы на пути к разумной жизни.
Ну, нормально, как бы, да, хорошо. То есть все, за единую Россию там вперед. Чтобы выйти на сушу, нажмите на конечности. Ну, давай, на конечности. Так, ну, тут, конечно, не очень-то хорошо. Все первое поколение, так. И как мне тут эволюционировать-то? Вот так, что ли? Ну, наверное, сейчас он выйдет как-то на улицу. Вернее, наружу. Что-то у него должно появиться интересненькое. А, нет, сначала я должен сделать ему. Так, ну, мне кажется, нужно... Так, нужно как-то тебя переворачивать, мне кажется. Только вот вопрос, как это сделать. Вот. О-о-о, какая штука прикольная получается. Так, ладно, так, тихонько. Так, давайте сначала все нафиг уберем. Это тебе не нужно, чувак, это тебе не нужно. Так, создаем человекоподобное существо. Так, у меня есть 130 даже, так. У нас есть кусочек пластилина. Так, так, пузико должно быть потолще. Так, вот, теперь неплохо. Так, теперь это что, громоступ какой-то. Толстолэ, мощный завар. Вот это подходит для человека. Так, прямоходящий мы уже. Хорошо. Пока что, мне кажется, у нас не будет глаз. Так, бег, прыжок, маскировка нам нафиг. Плевок, вот это хорошо. Так, укус, травоядность. Нет, вот эту штуку нам нужно. Так, вопрос, где мы голову? Ладно, пусть это будет головой. О, мистер воздушный шарик. Нужно как-то удлинить, что ли? Да, удлинить, и вот тут вот так это все замажем. Это все делаем таким, а тут побольше. Во, тут у нас уже есть голова. Только что-то как-то... А как тебе можно... Как тебя подвинуть-то? Во. Правда, что-то у тебя не так с позвоночником. Это похоже на какую-то личинку, что ли. Что-то такое. В общем, Биар Гриллс оценил бы. Ладно, так, глаз пуговка. Ладно. Бусинка, это что такое? Ой, какой ужас получается. Хотя нет, забавно. А если так еще? Ой, какой ужас. Не, ребят, это не то. Вот это вот. Ой, как мило. А что я могу сделать с клювом? О. Прям интеллигентное лицо. Представитель цивилизованной расы. Нет, все хорошо. Так, прыжок. Даже не знаю, ускоритель. Куда тебе? Сюда, что ли? Куда тебе ускоритель-то вставлять? Ну, блин, как-то так себе. Не очень хорошо, как-то мне кажется. Еще и крутить можно. Ну, это уже что-то получше как-то. Ладно, просто не будем задаваться вопросом. Давайте и тут сюда вот какие-то реснички поставим. Как-то тебя можно повернуть, да? Так, замечательно. Поворачиваем вас. Знаете, это похоже на Ви из советского фильма. Боже мой, Ви. На советскую Ви похоже. Так, замечательно. Научилась плавать эта штука. Человеком это не назвать. Этап существует. Вот игра просто знает, о чем я говорю. Просто понимает меня с полуслова. Конечно, наверное, что-то не так сделал тут. Видимо, какие-то создания... Вот там внизу, видимо, какие-то создания других пользователей. Но они такие себе. Вот у меня на самом деле круче. О боже мой! Я не смогу сегодня засунуть. Я либо от смеха не видел. Ну так как это скипнуть? Можно это скипнуть? Да, можно. Добро пожаловать. Так, хорошо. Я бы текстуру тебе изменил бы. Ваше задание. Так, добыть мясо. Замечательно. Мясо где вы? Мясо? Что это такое? Вы так ужасно ходите. Вам руки не хватает. Так, лапки. У нас есть лапки. Окей, хорошо. Лапки есть. Ну, хорошо. Брать шнизов нам пока что не нужно. Так, ребятки, идем кого-нибудь убивать. Так, а как-то можно позвать этих самых? Так, как-то позвать. Так, что это такое у нас? Брачный зов, прыжок. Ой, вправду. Так, бег на shift. Все хорошо, да. Бег работает. Так, хорошо. У нас есть так, что это такое? Так. Ой, какой-то уродливый. Знаете, что ваша раса не заслуживает, чтобы жить. Будем таким неким. Блин, даже не знаю, нацизм-то хорошо или плохо. Ну, нормально. Бойся меня. Я тебя убью и съем. Надеюсь, эти не присоединятся к нему, потому что, мне кажется, мы можем проиграть. Нам явно не хватает больше всяких возможностей. Они ведь смотрят еще на это. Такие вообще.
А где здоровье наше показано? Так, хорошо, хорошо. Замечательно. Вырвали глаз, вот это, знаете, как прям по вере индейцев. Глаза убитого врага. Так, мяско. Мяско. Ой-ой-ой. Вкусненько, вкусненько, вкусненько. Добыть охотой 2. Что-то я не понял, про что это они, но... Ну ладно. Так, это еще глаза, ребят. Ой, мать его, вот эта штука, мне почему-то страшно немного. Что-то как-то телеп... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где наше племя было? Так, ребят, где наше племя было? Мне кажется, что-то нехорошее. Ты выглядишь безобидно, кокет вожак. Кокетничай со мной, боже мой. Прекрати. Черт возьми. Это же страшно, ребята. Посмотрите, какая ужасная ты чувствовал. Так, какие-то щеки, кокет. Нет, нам-то не нужно так. А вот тебя я еще убью. Давай. Ну, ты. Навык еще не готов. Ну, давай. Загружайся так. Вот этот смайлик меня просто убивает. Почему ВКонтакте таких нету? Это ж такой позитив. Ну, посмотрите просто. Так, замечательно. Мяско. Вкусняшка. Ой, как он мило ест его. Давай еще ешь. Давай. Тебе нужно питаться, ты ж такой сильный. Ой, какой молодец. Такой на пингвинчика похож. Ладно, так. Хвост ли. Ну, что вы тут хвост ли-то тут распушили, что ли? Нужно нажимать все время на кнопку. Как-то зациклить нельзя. Нет, ну ладно. Это, видимо, как в WoW играть. Правда, я ни разу не играл в WoW. Хотя нет, я вру. Я всего один раз в жизни играл в WoW, где-то в году, наверное, в 2005. У меня еще одноклассник позвонил, типа, давай пойдем в WoW играть. Я говорю, там сервер какой-то нашли, что-то там будем делать, там даже платить не нужно. Ребята, в общем, и запустили мы этот сервер, ну, как зашел на тот сервер, там побегал минут 30, наверное, что-то какие-то квесты повыполнял, там, какую-то вот до уровня 5 вроде докачался. Но, мать его, что произошло потом? Потом я в какую-то в гору полез и там застрял тупо, вот это было весело. Вот это было... Так, найти нового фрагмента и усовершенствовать строение существа. Вот мне кажется, усовершенствовать строение, вот это не было бы неплохо, но вопрос... Так, а что это такое? Вы тоже питаетесь, человек. Ой, боже мой, какой ты... Ой, мне что-то не очень нравится твои позывы, ну ладно, давай. Ну, что там, танцевать зум или нет? Давайте, размножайтесь уже. Так, редактор существ. Так, хорошо, что это такое? Олень-рог. А что ты нам даешь? Непонятно, что там. Так, зрение тут. Зрение. Это все не то, ребята, это все не то. Нам нужно что-нибудь на атаку там, на... На все кое... О! Экзоскелетной конечности. Вы серьезно? Что это такое? Что это? Как это вообще попало сюда? Это что такое? Какой ужас. Ладно, будем играть только в оригинальную, пожалуй, спор. Так, запястье, так, мощнозавр. Так, это нам нафиг не нужно. Извини. У тебя будут теперь ручки. Ой, прям широкоплечий, красивый. Какой красивый. Так, тебе нужно как-то подтянуть это все, что ли? Как-то... Что-то как-то не то, мне кажется. Что-то не то. Ладно, попробуем так. Так, кисти какие-то. Удары, позирование. Нам это не нужно. Так, удар, здоровье. Позирование 2. Удар 1. Во, удар 2. Вот это вот нам нужно. Удар 2. Нам это вполне себе нужно. Так, замечательно. Так, что у нас еще тут есть? Так, тиранозубр. То есть тиран это или к чему это? Так, бег, танцы, удар с разбега. Вот это вот неплохая штука. Удар с разбега это хорошо. Так, скорость, здоровье. Удар с разбега, скорость. Блин, такие какие-то присоски какие-то. Нет, это не круто. Мне кажется, я хочу эти штуки. Я не знаю. О, нет, это еще хуже. Это еще хуже, ребят. Ладно, будешь на этих штуках ходить. Извини, конечно, но... Это ужас просто. Так. Плевок. Плевок здоровья. Удар. Удар. Нет, давайте плевок все-таки прокачаем куда-нибудь. О! О, как интересно. О, как интересно. Так, давайте сейчас пониже опустим.
Может, шапочка какая-нибудь? Не-не. Носик. Носик. Или может как-то. Не-не-не-не, в общем, носик. Это носик, ребят. Это носик, это ничего такого. Правда, такое умное выражение лица, конечно, получается. Но да ладно. Когда-нибудь мы до этого дойдем еще. Все хорошо. Главное сейчас атаку прокачать, потому что можно убить их. Ой, как вы так выглядите, как какие-то пришельцы. Он так мило. А эти штучки похожи на усы. Так, ну по-моему все просто прокачали, все просто шикарно. Изучение навыков. Давай 4 плевок. Хорошо. Молодец, научу заплеваться. Ой, как круто. Удар. Ой, шикарно. Ну, он смешно ему. Вот, давай так. Нос ломай, давай так. Опа, молодец. Так, как боксерский просто, как боксеры ломают нос. Боже мой, не боксеры, а в бойцах исправил. Ну, танцы я не хочу изучать. Ну, что это такое? Почему вы меня даете в школу танцев, какую-то музыкальную школу? Не, ребят, я хочу драться там на бокс куда-то там. Давайте, мы же агрессивная раса. Вы что ржете-то? О, какой я сразу большой стал. Так, тебя съесть можно? Надо, я тебя есть не буду. А ты со мной будешь ходить? Ты со мной будешь ходить? Будешь со мной ходить? Так, нет, ты со мной, видимо. Нет, ты, видимо, со мной не будешь ходить, ладно. Буду один всех истреблять, хорошо. Пока что у меня соратников нету, но... Но все впервые... Так, присяд вожак. Ой, вы какие-то странненькие. Ой, мне с ней ваша физиономия, хотя немного импонирует, такие веселые, но... Ну, извините, пожалуйста. Извините, я не хотел. Так. Удар с разбега, такс. Так, ну, видимо, нужно на каком-то расстоянии находиться, чтобы тебя ударить, так. О! Так, давай, прокаст, если выдаем прокаст. Так, давай, так, укус еще, это все, это удар еще. Так, все замечательно. А, так, давай еще. Так, давай, тебе должно быть больно, ты должен страдать. Вы не заслуживаете ничего. Так, а почему я не могу плевать? Ой, боже мой. Такое ощущение было, то, что он... Ты куда макаешь это все? Смотрите, что он делает? Это что такое? Это ладно, ладно. Не будем. Мне кажется, это опасно существовать против него. Лучше не спрашивать, зачем он это делает. Ты что? А яичко бьешь, да? Давай, яичко бей еще. А кто его отложил? Вопрос, правда. Ну, это так. Добыть охоты. Так, хорошо. Правда, не совсем похоже на охоту, это скорее похоже на истребление. Так, ну и где ваши остальные ребята? Нужно их убивать. Да как-то они убежали. Куда-то непонятно. Вообще, это же, в принципе, стратегия, так. Тут где-то в конце концов должно быть. Так, ну и где вы тут все? Ну и где вы? Чего, неужто у вас только трое было, и то одно яйцо? Присяд. Ну, давай попробуем тебя сейчас убить. Пошел. Так, плевок, тут весь прокаш. Да, у него уже все нет, у него уже ничего. Так. Так, не убегайте от меня, я вас вижу. Мне, походу, это еще был самый крутой из вас. Вы, наверное, поэтому бежите. Так, я вас вижу. У меня ноги хорошие, ребят. Не надо от меня бегать. У меня ноги прокачанные. Так, что-то появилось у меня. Вообще ничего. Замечательно. Эволюция идет, ребят. Эволюция идет. Мозг появился. Замечательно. Увеличился мозг. Сила мозга. Существо стало умнее. Я освоил новый навык. Теперь она сможет создавать стаю. Вместе веселей. Конечно, ребят, убивать вместе веселее. Вы что? Это же... Кто ж с этим поспорит-то, правда? А, черт возьми. Так, бег. Маскировка. И по что ж ты можешь... Не верю как-то. Так, брачный зов. Ладно, так, бежим давайте домой. Сейчас кого-нибудь там возьмем, завербуем в свой спецотряд. А что-то как-то
как-то из этой маскировки выйти, что-то как-то непонятно, зачем она вообще нужна. Напишите об этом в комментариях, так. Что-то это не понял как-то. А, вот и хорошо, то как-то я не понял, мне кажется, что ты стрелил. Бородатая женщина. Иди сюда. Ой, иди сюда, малышка. Иди сюда, не будем это. Это слишком личное, понимаете, интимное. Так, что у нас есть? У нас есть, что это такое? Шкуракора, что-то непонятное. Прыжок какой-то, листик какой-то. А где тут, давайте, нужно что-нибудь такое на здоровье, там. Полет, вы серьезно? Полет. Ну, нет, пожалуй, люди не заслужили, пожалуй, этого. Панелька какая-то. О, как весело. Что-то непонятное так. Жутко милые. Как интересно, их тут разнообразие какое интересно. Так, руки тоже можно, боже мой. Какой ужас. Руки роботов в споре, зачем это вели сюда? Я просто не понимаю. Так, это... Чего, глаз какой-то? Линерог? Хвостонос? Какое веселье. Ладно. Это нам все не нужно, ребят. Это все не нужно. Это все. Оу. Не, не будем это. Не будем к этому возвращаться. Ладно, так, наша... Вообще чем-то он даже на Путина похож чем-то все-таки. Чем-то он мне напоминает Путина. Так, ничего нового не плюс. Давайте, все. Так, нужно так в стаю завербовать. Так, ты, так, как тебя в стаю завербовать? Стая. Ну и как вас стаю-то завербовать? Ну и как это? Ну и как это сделать-то? Что-то я не пойму, наверное. Ой, как интересно. Ой, не буду подглядывать за вами, не буду. Так, Джигурда, планета Джигурда, хорошо. Так, слушай, это коллекции какие-то. Спаропедия. Звучит оскорбительно немного. Так, найти новый фрагмент для усовершенствования строения. Так. Ну и как? Свирепрыг. Может, порычать нужно? Не, что-то не работает как-то. Что-то, мне кажется, я упустил. Так, может, потанцевать с тобой? Да, похоже, потанцевать нужно. Ну что ж, это работает, да, хорошо. Правда, мы могли кого-нибудь зарезать вместе и убить его. Так, ну давай, я с тобой тоже должен потанцевать, да? Или с тобой? Что, это все? Стаи больше нету? Ладно, пофиг. Ну, будем с таким составом просто всех убивать и вырезать. Так, нам еще довольно-таки много нужно, пока мы сможем... Я даже не знаю, что это так. Ой, какие вы милые. Ой, какие вы тут такие прям... Ну, путю-путю, ты что? Собираешься меня бояться? Ну, не стоит. Не стоит. Боже мой. У тебя просто ужасная стая. Они, по сути, тупо смотрели, как мы тебя бьем. Так, давай еще плюй в нее, плюй. Дерись так, плюй, все хорошо. Дурашки просто. Ой, у нее хорошее настроение, смотрите. Как мило. Так, иди сюда. Так, давай. Я тебя догоню. Главное маленьких добивать. Ну не бойся меня, это не будет больно. Ну, по крайней мере, не очень долго. Так, а вот это вот не очень хорошо. Так, что-то с вами произошло, мне не очень понравилось. Куда вы там отправились? Что-то нехорошо. Что-то мы нехорошее, мне кажется, сделали, но... Боже мой, ну что вы делаете? Вы вот трахаете мясо, что с вами? Вы, конечно, не импонируете, потому что вы существо, которое я создал, но... Ну что-то, мне кажется, с вами не так. Так, возьму вожак. Ну, блин, это, конечно, вожак. Ладно. Ну, ладно. Добыть охоту. Ну, давайте попробуем сейчас с разбегу разгонимся, так. Их там довольно-таки много. Ну, давай попробуем сейчас. Главное, вожака убить.
Тогда можно будет, как бы все будет нормально. Давай, давай, давай. Главное вожака убить, тогда у них будет дезмораль, и мы тогда выиграем. Так, давай сюда замедление там кинули, все хорошо. Так, ну мне кажется, и ты тоже должен умереть. Ой, ты уползаешь от меня. Боже, что это за грибы растут на спине, помойся. Что это такое? Так, а ну по всей видимости, пока ты умираешь, вернее, убиваешь часть. Тут немного смущает этот мой напарник. Он какой-то такой, ну не то, что сомнительный какой-то, он просто странный немного. Такой. Или это особенность нашего вида, не уверен. Ладно, так, зрение у нас новое, хорошо. Так, как хорошо все так найти новые фрагменты. Так, давайте, на пути к эволюции, давайте, нужно убивать их, убиваем всех. Так, это, вы живые существа или что? Что вы такое? Что это вы такое? Это что это такое? Ой. Ой. Тебя можно убивать? Что-то я не пойму. Ну ладно, бойтесь меня. Так, замечательно. Ой, я нашел будущих ослов. Ладно, давай, убиваем ослов. Просто, просто все хорошо, ребят. Так, все хорошо. Так, ты тоже сейчас умрешь. Ну не убегай от меня. Не убегай. Что-то ты хотят убегать от меня все время. Так, еще двух. Так, давай, сразу бегу на вас. Сразу бегу. Ой-ой-ой, что-то как-то мы перемудрили, мне кажется, с разбегом. Что-то тут не то. Так, прыгать мы, конечно же, уже не умеем. Ну ладно, ничего. Я не переживаю. Так, еще одного. Так, иди сюда, засранец. Иди сюда. Так, плевок. Плевок тебе нужен, плевок. Плюнь. Давай, ну давай, попробуем, давай. Я истребил весь твой рот. Ника, скалет. Все хорошо. Так, ладно, попробуем немного покушаем эту штуку. У нас скоро должна быть новая эволюция. Мне кажется, мы сможем тогда... Ой, мать, вот это здесь страшные телепузики. Я вспомнил вас. А когда мы мясом питаемся... Да, жалко. Когда мы мясом питаемся, нам не дают так... Какие-то вожак. 25. Ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем. В конце концов, пытка не пытка. Ну, блин, они меня просто бесят. Вы посмотрите, как они уродливые просто. Все, мне кажется, это была не очень хорошая идея, но попробуем сейчас. Ой, это была идея говно, ребят, говно идея на них нападать. Кто вам не нравится, на тех нападать даже не надо. Ну не убивайте меня. Нет. Перепусти. Существо убило в бою. Не забывайте во время лечить раны или гнезде. Ну да, я что? Вовремя, я бежал в гнездо куда-то. Мини-карта. Ну хоть не отматывается все. Так, хорошо. Как это? Давайте, так. Ты до сих пор в моей стае, да? Все хорошо. Ты размножайте. Женя, мне кажется, он какой-то женщина. Смотрит на меня так с презрением, так. Так, нет. Что-то... А как можно посмотреть-то? Новое гнездо. А, новое гнездо завели. Ну, давайте пока что побежим в ту сторону. Так, бег у нас уже не работает. Хорошо. Хорошо. О, мать его. Страшно же. Телепузики, я даже не знаю, почему телепузиков, наверное, какая-то божья коровка и телепузик вместе взятые. Очень страшно, ребят. Если я такую штуку в лесу бы увидел, я бы просто не то что испугался, я бы обосрался. Это такая штука. Ой, мне кажется, к этой штуке лучше не подходить. У него все хорошо, у Путина. Ой. Ладно, мы сюда забежим на горку, да, а то как-то у нас уже есть плачевный опыт, когда мы там с горки так съезжали. Нифигово. Так, мне кажется, вас бить не стоит. Хотя, в принципе, можем там дофига там брони всякой на нас понавешать. Ой. А вот тебе и привет. А вот вас мы будем убивать. Вас мы будем убивать и очень жестко убивать. Давай, потихоньку, помаленьку. Так, я помаленьку, помаленьку. Ты мне не поможешь, что ли? Мудак! Мудак, помогай мне, помогай, я же твой вождь. Ну помогай мне. Ну помогай. Ну почему ты такой странный? А не...
Не-не-не, на тебя я больше не пойду, все. Отстанет меня. Нет! Нет, боже мой, динозаврик! Че ж вы такие злые-то? Почему такие злые? Существо убили в бою. А я что могу поделать? Там какие-то такие крутые. Ладно, все, брачный зов, все. Созываю просто всю свою колонию, чтобы эволюционировать. Так, давайте, ну, брачный зов, давай. Давай, уже все хорошо. Ты же где-то рядом, ты же где-то рядом, ты же где-то рядом. Нет! Да тут вы пидорить еще. Ну ладно, пойдем на тут. Все очень плохо, ребят, все очень плохо. Я просто боюсь, если мы туда еще раз пойдем, нас опять убьют. Это на самом деле не позитивно, когда вас убивают. Это ужасно. Я бы даже так сказал. Все очень плохо. Еще и дождь пошел. О, знаете, мне такой дождь вот напоминает почему-то Call of Duty 2. Помните, миссия День Д, кто играл, тот поймет. Я помню, как я еще в интернет-кафе сидел, потому что комп тогда не тянул, там видеокарта была слабенькая. Я играл в Call of Duty 2. Это было такое счастье, ребят, такое счастье. Просто умереть не встать. Так, опять эти динозаврики. Нет, вы куда? Прям в логово? Вы что, идиоты? Вы что, идиоты? Вы что, идиоты? Вы идиоты, боже мой. Ну все, убегай от них, убегай, 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 убегай. Идиот! Ну ты прекрати! Прекрати это делать! Почему ты это делаешь? Почему ты... Я начинаю нервничать немного. Я даже не знаю, мне казалось, эта игрушка такая, как бы, успокаивающая немного. Режим лук, блокирование, настройки. Пойдем каким-то тихим путем, чтобы нас не убили хотя бы. Хотя это есть целая дорога, черт возьми. Почему я по дороге сразу не пошел? Изменить это уже сделал. Но что-то мне подсказывает, что эта дорога все равно пойдет через ужасные места. Вы к нам как? Такие не очень-то, да? Ну, хотя бы не атакуйте, значит, хорошо. Мы не хотели ничего. Пожалуйста, не надо, 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 не надо. Не смотри так на меня, не смотри! Не смотри! Как страшно-то. Этот звук еще ужасный. Блин, мне кажется, когда он этими ногами такими похожими на банки ходит, мне кажется, должно быть звук похожий на... Не знаю даже, на... Напердёшь подмышки, что-то типа такого, но... Мать его, нет, вы страшный, страшный, страшный. Как он туда попасть? Не дыши на меня тоже, я вас боюсь, я уже всех боюсь. Ну давай быстрее ко мне, иди ко мне быстрее, быстрее. Тогда бег есть, бег, ускоряемся. Нет! Чертенок, чертенок, злая мартышка. Пожалуйста, мартышка, ты же не злая. Камень с плеч, ребят, камень с плеч, я добрался. Так, мозг стал еще больше, хорошо. Так, брачный зов, давай. Вообще, по идее, на этом стоит немного закончить, потому что дальше нам предстоит небольшая эволюция, а вы, в принципе, можете написать в комментариях пока что тут не так, и что наоборот так. Так, а почему ничего не работает-то? Можно тебя тратить, что ли, да? Давай, все хорошо, так, смирной, так, справочник, так. Что-то броню тебе тут на атаку все поставим. О, ладно, ребят, а на этом, собственно, у меня небольшое все. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо и до скорых встреч. В общем-то, всем пока.